Сегодня в Баку на первых европейских играх белорусы добавили две медали в копилку сборной. Свое мастерство в художественной гимнастике подтвердила Мелитина Станюта. В многоборье белоруска выиграла бронзу, уступив только россиянкам Яне Кудрявцевой и Маргарите Мамон. Екатерина Галкина шестая. Ну а первую медаль сегодня, напомним, взяли девушки в акробатике. Екатерина Борисевич, Вероника Набокина и Карина Сандович стали третьими. Мне повезло, спасибо моим тренерам, что довели меня до такого состояния, чтобы не ошибаться. И вот результат. В сумме трех упражнений мы хотели, конечно, стать на пьедестал, и любая медаль для нас была очень важна. Мы очень рады, это все классно, мы счастливы. Но прямо сейчас за золото и олимпийскую путевку в Бразилию сражается Владимир Самсонов. В финальном поединке наш титулованный теннисист противостоит немцу Дмитрию Овчарову. Напомним, в полуфинале белорус переиграл китайца Коу Лея, выступающего за Украину, 4-1. Таким образом, без учета медали Самсонова у нас 21 награда. Если Самсонов завоюет золото, то в общекомандном зачете белорусы переместятся на третье место.